Всем привет! 23 июня. С Нового года не ездила на автобусе, пока этот карантин. Ну, с 1 марта точно на автобусе не ездила. И вот едет автобус. Я сегодня еду в Курман на ЖД вокзал посмотреть расписание электричек. 25-го еду в Симферополь на электричке. А из Симферополя еду в Николаевку, сниму видео. Ага, значит, автобус поедет на эту остановку. Понятно. Вот он, наш автобус любимый. Погода сегодня чудесная. Похоже, дожди закончились. И информация в Инстаграме, что на Крым надвигается аномальная жара. Водители решат. Один и тот же автобус, нет, два автобуса у нас ходят. И водителей знают все. Я сходила на станцию. Станция у нас называется Урожайная. И посмотрела расписание электрички, сфотографировала. А сейчас иду на рынок. И хочу показать вам Курман. Курман по-татарски красный, поэтому наш районный центр Красногвардейская, под ноги смотрю, сокращенно все зовут Курман. Как я уже сказала, давно не была в центре, не ездила на автобусе. Народу очень много, люди вышли из самоизоляции. Так, бегу на пешеходный переход. Что снимаю, не вижу, поэтому солнце. Наконец-то закончились дожди, похоже. Солнышко светит. Квасик продают. Так, пойдем сюда. Вот это вот самый-самый-самый центр. Ой, сумку сейчас на плечо повешу. Неудобно. Вот так. Так. Вот это наш самый центр. Универсам. Двухэтажное здание. Это площадь, где стоят таксисты. Встречают приезжающих на железной дороге. Это у нас ресторан Таврида. Это центральная площадь, на которой 3 года назад посадили ель, которую наряжают на Новый год. Я думала, она не приживется, но она очень бодро растет. Так, дует ветер, поэтому может быть шум. Надо как-то мне придумать что-то, чтобы закрывать микрофон. Сказали, что нужно связать чехол из лохматых ниток. Надо связать. Кулинария. Так, вот к победе готовимся. Парад, видимо, будет. К победе готовимся. К празднику Победы. Ой, как красиво сделали. Не была здесь 100 лет. Ну, не 100 лет. В этом году первый раз, наверное. Потому что обычно до марта сразу на рынок. Вот какая елочка красивая. Хочу вам показать достопримечательность нашего районного центра. Памятник. Это... Екатерина II совершала путешествие из Петербурга в Севастополь. Ну, наверное, не в Севастополь, а куда-то. Я точно не знаю. Вот. Путь Екатерины II именно по Красногвардейскому району. И именно здесь, говорят, останавливался ее кортедж. 30 мая 1787 года. Вот ее путь. Вижу Новопокровку, Найденовку вижу, остальные названия незнакомые. И вот такой памятник. А, да, и называется это место Екатерининская миля. Установлено администрацией района в честь 230-летия путешествия ее императорского величества Екатерины II по Крыму.
дорожный знак в виде каменного сооружения, который устанавливается через каждые 10 верст. Кто-то звонит мне. Прерываюсь. Продолжаю. Ваня звонил, меня потерял. Так, путь Екатерины II по Красногвардейскому району. Останавливалась она село Найденовка, село Мироновка, село Щербаково. Это село принадлежит нашей Марьяновке, нашему сельскому поселению. Село Видное и Курман-Кемельчи, восточная часть поселка. Ну не красота? Красота. Пошли дальше. Тут вот у нас такая красивая аллея. Чистенько везде, хорошо. Это сеть магазинов. Пройду по аллейке. Сейчас вот только начало лета, воды не было. Вот сейчас вот эти вот арки оплетут за лето вот эти розы. И в сентябре здесь будет красотень. Сейчас пока... А вот там, наверное, даже засохли розы. Видимо, никто не поливал. А нет, потихонечку очухиваются. Палец поставила нечаянно, простите. Сейчас увидела, убрала. Если что, попробую вырезать. Не получится, извиняйте. Это знаете, какое дерево называется? Забыла, как называется, но вот эти шишки будут огромными желтыми. И их режут, настаивают, и получается настойка для лечения суставов. Как же они... Хотела быстро сказать, забыла название. Так. Тут вот мы поворачиваем в сторону рынка. Розы везде. Ну, правда, вот сейчас еще пока... Болеют после засухи годовалой. Но сейчас дожди прошли, тут будет оазис. Так. Еще одна площадь, всем знакомая. Площадь 7 магазинов. Этот маркет, желтый называется. Это пут, в который я сейчас зайду, денежки с карточки сниму. И это вот магазины, вот только народу. Квасик все пьют. Расстояние никто не соблюдает. В масках никого не вижу. Так. Денежки сняли, идем дальше. Деньги здесь сняла на случай, если на рынке в банкомате денег нет. Такое бывает. Так, поворачиваем на следующую улицу. Здесь тоже магазины, оптика. Она здесь была всегда. Мы когда приезжали с Ваней в 2010 году, покупали здесь Ваня очки. Конечно, люди на меня обращают внимание, что я иду снимаю. С обратной стороны горит огонек, в глаза бросается. Никогда я не видела, чтобы кто-то снимал. Люди в Крыму скромные, стеснительные очень, такие настороженные. Это мы уже понаехавшие, обнаглевшие. Так, вот улица, значит. С той стороны у нас железная дорога, по улице там у нас вот полиция, здесь библиотека, и опять начались магазины. Впереди семейный магазин, такой
двухэтажное огромное здание, в которое я сейчас зайду. Я считаю, что там самые дешевые цены на бытовую мелочевку. Посмотрю что-нибудь. Хотя уже позвонил Ваня, ждет меня на рынке. Нет, я на обратном пути зайду сюда. Пойду, любимый ждет. Вот он, этот магазин семейный. А впереди, можно сказать, на следующем перекрестке уже рынок. О, хотела выключить, не буду выключать. Какие все-таки розы в Крыму? Это не передать словами. Не поленюсь, пройду вот по этой дорожечке. Ой, не поленюсь. Посмотрите, какая красота. Ой, какая красота. Люди ухаживают. Молодцы. Мне, конечно, далеко до этого. Я все-таки, по большому счету, лентяйка. Опять кто-то звонит. А вот этот магазин ТЦ Крым построили за 2 года. Я первое время, когда приехала, попробовала заниматься риэлторством. И здесь вот участок. Вот он весь этот участок занимает. Я думаю, где-то, наверное, соток 14. Участок был пустой, с разваленным домиком. Просили за него 2 миллиона рублей. Я удивлялась. Ну вот, купили. И построили такой магазин. Ну, я была в нем, наверное, один раз. Он еще такой внутри благоустраивается. Вообще не вижу, честно говоря, в нем смысла, потому что рядом семейный. А в Курмане, не то что в самом Курмане, в районе, где 87 сел, живет 57 тысяч человек. И не знаю, как собираются они выживать. Так, ну я уже приближаюсь к рынку, пока заканчиваю съемку. Потом еще что-нибудь покажу. У меня вот тоже такие больные розы все. Или их нужно обрабатывать, или что. Прямо вот болеют. Да, обрабатывать нужно. Нет, подкармливать. Короче, неухоженные розы. Если вот мы видели ухоженные, так они и ухоженные. А тут, видимо, заброшенные. Вот наш рынок. Перекресток. Справа вещевой рынок. Слева продуктовый. Машин много. Значит, внутри народу много. На рынке снимать не буду. Люди смущаются. Так что на этом видео заканчиваю. Всем привет из Крыма!